подписчики, и мы делали такое видео, где там были яички, и вот они сегодня вылупились. Мы с Викой будем показывать цыплята. И выглядит цыплята, потому что я чуть-чуть отдала яичек 2, и у нас было 4. 2 Вики, 2 мне. Громче! Привет, подписчики, вот мои цыплята. У меня есть вот такие розовенькие. Пусыстенькие. Но я не их не могу. И еще одни показывай. И вот такие. Они розовые, потому что мы покрасили 3 цыплят. Вот мои цыплята. И вот эти. Мой кот спит. И он думает, я хочу съесть этих цыплят. Ну вот, подписчики, теперь мы вытащим Викины цыплятки. Ля-ля-ля-ля, у Вики цыплята. Показывай, показывай. Показывай золотого. Ля-ля-ля-ля. Подписчики, вы не говорите Вики, но это очень грустно. Я должна заботиться о Викиных цыплят. Ну, потому что Вика, она цыплят, она просто, если ты что-то отдаст, ну да, ей 4, если ты что-то отдаст, она просто сломает или куда-то положит и потом забудет. Прямо как она с моей маской. Расскажу я вам историю сейчас. Ну, значит, я сплю вот с этой маской на моем лице. Ну, и потом однажды я спала, и там я спала, там Вика с меня, вот я вот так спала, и потом Вика сказала, что она хочет мою маску, но я ей отдала. И потом один час later потеряла. Ну вообще, сейчас позову Вику. Вика сейчас придет, она просто спрайт пьет. Если мне чуть-чуть попить. Вот Вика играет своими цыплятами, она их считает и теперь отдаст им имя. Вика, подумай о очень хорошем имени. Она просто не может, она просто говорит как Сквердо или Фуфуле, или ну какие-то... Ну, его как... зовут Сквердо, я его называла Сквердо. Ну, Вика какие-то, блин, она просто сочиняет имя, ну ладно. Ой, еще, ребятки, у меня есть еще сюрпризики. Я их принесу. Вика, идем со мной. Ребятки, ебать. Вика, ты что, мою линию? Она мою линию сломала, блин, ребята. Как она смеет? За это я не отдам ничего. Все, ребята, я просто сделала так, что Вика просто вон там стояла. Но вы ее все равно видите. Скажи всем привет. Привет. Окей, значит... Какие у меня игрушки? Окей, смотри, Вика. Как это называется? Правильно передачи. Вика хотела его. Ну, сейчас мы снимем вот эту штучку. И вот, вот эту штучку надо поворачивать очень легко. Нас скинули! Ой, нет. Но... Почему? Он мою ногу поцеловал! Вика, ты чё, блин? Ну вот, теперь моего... Кто пукнул? Это вы пукнули! Ладно, Вика со своим цыплёнком играет. Так, посмотри, как мой зайчик прыгает. В другую сторону. Мне так нравится, что когда он вот так, он свои ножки не двигает. И так он сейв, это как там, он сейв, я сейчас по-английски, извините, если вы не говорите. It saves it, so that, like, sometimes they just, some other toys, they just,
And then when you just put them on the ground, they don't do it again. They don't walk. Vicky, I told you to say your voice. Yeah, so that's the cool thing. Yeah, so that's the cool thing. Окей, теперь маленький мультик. Окей. Вика любит мультики. Да, маленькое кино.